почетный гость. Председатель Оренбургской областной общественной организации «Ассоциация казахов». Председатель Оренбургской областной общественной организации «Ассоциация казахов Оренбуржья» Женебек Мурзабекович Иткузов. День добрый, дорогие друзья! Наверное, это один из таких немногих праздников, я имею в виду вот детский конкретно, да, на который всегда приходишь с большой радостью. Я каждый год стараюсь посетить его, потому что действительно здесь столько улыбок моря, столько чистоты, столько творчества. Ну и, конечно, мне отрадно, что из года в год, ну, как меня не может не радовать, как председатель ассоциации казахов Оренбуржья, что казахскую культуру представляет не один, не два, а в этом году, по-моему, даже 5 творческих коллективов. Всем вам желаю больших успехов, вы большие молодцы. Я надеюсь, что вы уедете после этого конкурса с большим зарядом до следующего года. Ну и хочу поблагодарить, конечно, организаторов. Потому что из года в год вот нашу такую большую многонациональную палитру оренбургскую показывает именно вот этот конкурс. Это очень хорошая работа. Всем удачи и хороших выступлений. Спасибо вам большое. Примите, пожалуйста, эти цветы. Собрались к нам в этот день с городов и деревень. Из глубинки привезли обычаи, обряды, игры и наряды. Праздничные блюда, утварь и посуду. Приехали выступать, на других посмотреть, на себя показать. Вот и настало время познакомиться с участниками фестиваля. Детский татарский фольклорно-этнографический коллектив «Уримте», Беляевский район. Руководитель Лилия Рамильевна Оксанова, Лилия Ильдаровна Халитова. Образцовый детский фольклорный ансамбль казачьей песни «Ручеек». Соль-Илецкий городской округ, руководитель Елена Викторовна Сарычева. Объединение казахского языка и этнической культуры «Дастар», Светлинский район, руководитель Роза Ипатовна Булмаканова. Детский русский фольклорно-этнографический коллектив «Народный праздник», Пономаревский район, руководитель Наталья Анатольевна Буракова. Творческое объединение таджикской культуры, театральные подмостки, Тотский район, руководитель Татьяна Владимировна Гусева. Детское русское творческое объединение «Русский фольклор», Соль-Илецкий городской округ, руководитель Татьяна Федоровна Смоля. Детский татарский фольклорно-этнографический коллектив «Родники», Осетинский район, руководитель НЗ Раиловна Луткулина. Творческое объединение хуторов, Акбулакский район, руководитель Антонина Ивановна Боровая. Казахский фольклорно-этнографический коллектив «Жулдыздар», Новоорский район, руководитель Гуляев Вербутовна Жаркенова. Русский фольклорно-этнографический коллектив «Селяночка», Новосергиевский район, руководитель Елена Владимировна Тицкая. Казахский танцевальный коллектив «Орхидея», Светлинский район, руководитель Алия Филимжановна Бир. Казахское этнографическое объединение «Шашу», Беляевский район, руководитель Минслов Кабдуковна Киятова. Детский казахский фольклорно-этнографический коллектив «Дазды», Адамовский район, поселок Кусен, руководитель Варшав Бахиджановна Абдулина. Русский этнографический коллектив «Березка», Саракташский район, руководители Алена Михайловна Емельянова, Рамиля Геннадьевна Абдрахманова, Гульзада Кузиахметовна Ибрагимова, Светлана Сайгалиевна Канатова. Башкирская фольклорная группа «Дружба», Красногвардейский район, руководитель Рабиля Амировна Давлетова. Всех участников фестиваля приветствует детский народный вокальный ансамбль «Разгуляй», руководитель Андрей Николаевич Авдеев. Встречайте дружными аплодисментами!